И снова здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем прохождение веселых солдатиков. Миссия 26 01 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
необходимо уничтожить генераторы, питающие силовые поля, и найдите ключ от главной базы злодея. Ну что ж, полетели навстречу данным главной базы. Приступаю! Да-да! Снова у нас космос. Зададим им жару! Согласен! И снова злодей. Зададим им жару! Конечно! Вперед! Приступаю! Осторожный яд. Так точно? Конечно! Смотрите! Генератор! Так точно? Уничтожим его! Только каким образом, непонятно. Отлично! Динамита-то у нас нет. Делаю! А вот теперь есть. Ну, отлично, можем через стенку. Вперед! Уничтожать портал. Это хорошо. Выполняем! Роботов. И как будет появляться, когда мы дойдем до той комнаты лабиринта. А вот теперь мы уничтожим с удовольствием. Конечно! Ой-ой-ой. Сразу, вроде ничего не произошло. Ладно, продолжим выполнять задание. Ничего себе, сколько там защит. Так точно? Пушки. Есть! Очень быстрая пушка, слушай. Согласен! Быстро наводится и быстро стреляет. Чип какой-то виден. Конечно! От робота. Отлично! Согласен! Выполняю! Ай-яй. Согласен. Так точно. Как бы яда очень аккуратно. Под стеночкой. Молодцы, ребятки. Ледовые солдатики. Согласен! Так, он у нас наводит еще. Вперед! Ага, вот эта пушечка, наверное. Отлично! Да. Опасный, быстрый. Вы нашли чип! С его помощью можно активировать робота. Выполняю! Отлично. Делаю! Так, ну давайте, новый робот. Приступаю! Новый, потому что... Вперёд! Уже не новый.
обновить его. Уже бегу! Приступаю! Отлично! Как-то ключишки подойти. Так, супер. Роботы типа с первого раза не пытаться убиваться. А можно, кстати, этих заодно побомбить. Генератор нужно взять. А вот этот робот облетающих. Ух ты, вон красный наводчик. Подсвеченный красный. Он-то нам и будет самым опасным игроком. Сейчас пока он не успел разбить, надо его чип. Вот. Так, мишень, значит, там еще одна пушечка. Получайте. А это что-то спит. А зря. Так, снова наводчик. Есть. Посмотрим, что у нас тут. Так точно? Приступаю? Я думал, это граната. Взяли яд. Так точно? Отлично! Зададим им жару! Видели, как робот без солдатов самостоятельно ходит. Так, посмотрим, тут была вроде где-то аптечка. Выполняю! Ага, тут какой яд был. Согласен! Вот она, аптечка. Возьмем ее, так как чувствую. Приступаю! Уровень сложный будет, а у нас вот так 16 бойцов осталось. Поэтому приступаю! Пополнение здоровья будет не лишним. Я так считаю. Смотрите! Генератор! Уничтожим его! Приступаю! Конечно, уничтожим. Зададим им жару! Здесь, конечно! Бам. Сделаю! Блин! Как встал вблизи. Продуплил, не смог развернуться. Ай.
выбегу! Генераторы разбросаны по всей карте. А вот тут лаборатория. Мы думали, что все уничтожили. Значит, не все. Вот и аптечки. Приступаю. Отлично. Так, а как тут пройти? Взрывать, наверное. Так точно. Сделаю. Зададим им жару. Так точно. Зададим им жару. Вперед! И тут. И всего-навсего закрыть стекло. Так точно? Конечно! Робота еще будет нам помогать. Выполняю! Отлично! Выполняю! Отлично! Конечно! Приступаю! Зададим им жару! Так точно! Отлично! Конечно! Согласен! Набежала, налетела, как мух на мёд. Вперёд! Так точно. Вперед. Роботы наверху подготовлен. Уже бегу. Гранаты. Согласен. Отлично! Есть! Отлично! Так, отлично! Надо прорваться. Выполняю! Как-то разрушить. Делаю! Тут тоже за стеклом. Можно использовать, но всего немного. Отлично! Штук секунды, гранаты. Выполняю! Как раз для этого радиоактивного снаряда. Приступаю! Так, разрушение гранатов. Сделаю! Да-да! Ай, я думал, у нас с гранатой как-то бросить в пушку. Вперед! Да-да! Мы выжили, бойцы. Вперед! Что-то мы столько ходим уже, всего 4 единицы выполнили. А ну, тут я все в базу. Это главарь? Это меня больше смущает.
Согласен. Выполняю. Уже бегу. Есть. Согласен. Так точно. Согласен. Так точно. Уже бегу. Сделаю. Конечно. Зададим им жару. Мы нашли чип. Отлично. С его помощью можно активировать робота. Конечно! Я сделал, это мясорубка. Немного. Так точно? Приступаю! О, 15! Ракетница у нас есть тоже хорошо. Конечно! Выполняю! Сохранился где-то тут. Немножко постреляю. Да-да! А вот и еще один генератор, точно? Да-да! Давайте еще один генератор. Зададим им жару! Отлично. Вступаю! Конечно! Есть! Вперед! Согласен! Да-да! Так точно! Уже бегу! Согласен! Согласен, но не совсем. Так, что ты делаешь у нас? Вперед! Нам не нужен, мы не сможем тогда справляться. С роботами-убийцами. Уже бегу! Там робот наш. Есть! А вот пушка не наша. Делаю! Есть. Подальчик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бежом. Отлично! Отлично! Замечательно! Вот и да! Зададим им жару! Или у него ракеты закончились. Он пошел. Как будто драться собирался с ним. Зададим им жару! Согласен! Чай! Ай-яй-яй! Отлично!
Отлично! Как может бочка нам помогла? Позволить ее. Отлично. Видите, если бочки рядом находятся с... Приступаю! С пушкой. Конечно! В принципе, актуально по ним что-нибудь кинуть, если есть запас. Вероятно, что эти бочки согласен. Развалят соседние бочки. Да-да. В этом случае сейчас произошло. Отлично! Конечно! Здесь! Согласен! Тарек там затаился. Зададим им жару! Непонятно, что он должен был делать. Я не хорошего ничего. Есть. Согласен! Приступаю! Подорвем генератор. Выполняю! Прячемся. Дадим им жару! Есть! Приступаю! Отлично! Отлично! Устроим. Конечно! Так точно! Так, что-то мы ходим, ходим. Задание не продвигается. Как-то на месте. Все на месте. На месте продвигается, но что-то я не замечаю. Что мне необходимо делать? Это что, телепорт? Проверьте-ка, куда он ведет. Телепорт. Телепорт. Выполняю. Прикольно, что на роботе людей можно, в общем-то, давить. Отлично! Не получится, вот так не достигать. Конечно! Ух ты, сколько там много всего. Аптечка. Не гранаты. Да ладно, нам все равно в телепорт нужно будет вернуться посмотреть, что за телепорт. Давайте пока будем роботом. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Отлично! Ну все, 4 бойца последних. По половине задания выполнено. Но тем не менее... маловато. Так, с телепортом мы еще разберемся. Последних 4 бойца необходимо. Делаю. Очень осторожно. Так, аптечка у нас тут. Делаю. На будущее мы будем знать. Горло болит. Наверное, просто. Согласен. Так точно. Зададим им жару. Так точно.
что-то заваленное непонятно. Отлично! Не рисковать брать, так как там может быть яд. У нас последние бойцы. Нам их конечно! Надо беречь. Изо всех сил. Причем. Это хорошо. Чуть-чуть не выведено. Чувство меры и расстановки. Очень аккуратно. Зададим им жару! Уже бегу! Чтоб не пришлось на который уровень. Приступаю! Согласен! Еще один пар. Так, что же нам необходимо? Ага, генераторы нам необходимо. Взрывать. Тут делаю. Их очень мало. Разбросаны. Прям таки по всей карте. Зададим им жару! Бочками генераторами все равно. Согласен. Не взорвем. Зададим им жару. И выполняем. Динамин. Так точно. Возьмем, возьмем аптечку, думаю, самое время, чтобы не потерять одного из бойцов. Да ладно. Приступаю! Далеко идти. Я думаю, переживем. Нам осталось 3 генератора всего. К тому же у нас есть бронежилет, что дает дополнительное преимущество. Здоровье. Пешечка. Где? Зададим им жару! Делаю! Еще один генератор у нас. Шикарно. Уже бегу! Наверное, его гранаты. По сути, хороший. Согласен! Приступаю! Выполняю! Согласен! Выполняю! Приступаю! Опасно! Потеряли бойца. У нас осталось 3. Делаю! Каждому по генератору. Конечно! Один генератор уже видит. Выполняю! Зададим им жару! С осторожностью. Точно! Приступаю! Делаю! Отлично! Отлично! Уже бегу! Поехали на роботе! Отлично! Генератор. Динамитик. Да-да. Зададим им жару.
все, это не все. Ух ты, там тут тараканы. Так, один генератор пропустили. Аж внизу, в самом начале. Выполняю! Ну что, ничего не поделаешь. Согласен! Придется бежать туда. Давайте робота оставим тут. Мне кажется, так будет быстрее. Ну, по крайней мере, робот не везде сможет пройти, а бойцы везде пролезут. Ну, вот так как-то пропустили один генератор по дороге. Хотя, может, это и не наша вина, может, он просто был в защите, а защита снялась аж при уничтожении последних генераторов. Сохранимся. Зачем нам сохраниться? Тут проход вниз. Нет, нет. Да-да. Проходы, я думаю, проход вниз тут есть. Вот и проверим. Подадим им жару! Что тут у нас? Ничего тут у нас в этом портале нету. Одного бойца оставили там. Хотя пишется, как будто три. Приступаю! А по факту так точно? Да. Ничего не понятно. Где наш боец? Выполняю! Все равно два. Приступаю! Уже бегу! Два бойца. От него засосал портал, что ли? Зададим им жару! Да, теперь два. Приступаю! Уже бегу! Эх, вот так вот ни за что и ни про что погиб боец. Генерал приказал проверить. Проверили, потеряли бойца. Причем очень важного. Приступаю! Да, возвращаться, конечно, далековато. Ну что поделаешь? По-другому никак. Так, ну этот генератор. Зададим им жару! Вот где-то здесь. Прямо налево. Ну, вернее, налево и прямо. Вон он, вижу. Генератор. Только к нему добраться надо как-то через верх. А мы сейчас обойдем это препятствие с помощью супер радиационного удара. Путаться сейчас в лабиринтах, не искать, где этот проход. А на раз-два и уничтожили. 11. Ну все, идем к главарю там, да? База главаря уничтожена. Наверное, главарь. А у нас всего два бойца. Маловато, конечно, для главаря. Еще и неизвестно, что за главарь. Топаем. Миссия затянулась, это у нас почти 35 минут. Приступаю! А, нашли друга робота. Так, мы в портал нырять не будем.
не потерять еще одного. Какой-то мутный этот портал. Ага, тараканы там уже ждут нас. Вперед! Это чуть-чуть ничего не будем. Зададим им жару! Слишком опасно. Да нам в принципе ничего не надо. Да-да! Я так думаю. Вперед! У нас там есть робот, с которым мы еще немножко можем побороться. С вражинами. Сейчас будем топтать этих тараканов. Итак, мы на месте. Постреляем немножко. Уже бегу! Так точно! И подтопчем. Сейчас будет быстрее и эффективнее. Сделаю! Согласен! Зададим им жару! Конечно! Да, без робота тут... Вперед! Пришлось бы бодаться. Нет никакого главаря, всего-навсего надо было взять чип. Отлично. Надеюсь, вам понравилось видео. Это был обзор игры от канала GMX. Канал обзора и прохождения компьютерных игр. Не забудьте подписаться и поставить лайк под видео. Это стимулирует к созданию новых видеороликов и обзоров игровых новостей на канале. Спасибо за просмотр, всего наилучшего и до скорой встречи на канале.